У берегов Шотландии села на мель нефтедобывающая платформа. На борту находится около 280 тонн дизельного топлива. Из-за угрозы разлива перекрыли прилегающие пляжи. Причиной ЧП стал сильный шторм. Во время транспортировки оборвался трос, после чего установку весом в 17 тысяч тонн отнесло к берегу. Людей на борту в тот момент не было. Компания-владелец рассматривает вариант того, как снять платформу с мели. Эта буровая установка была построена более 30 лет назад. Сейчас она отслужила свой ресурс, и ее везли на Мальту, чтобы разобрать на металлолом.